На 119-м километре федеральной автомобильной дороги Р-257 Енисей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате столкновения которых погибли 3 человека, получили телесные повреждения 1 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативная группа. По окончании предварительной проверки будет принято законное решение.